Экономические вопросы обсуждают и в Азербайджане. В Исмаилинском районе республики проходит 4-й Кавказский экономический форум, посвященный году сельского хозяйства в стране. Одна из главных тем саммита – производство экологически чистых продуктов питания. Кроме этого, участники форума обсуждают финансовые вопросы, в частности, как укрепить материально-техническую базу региона. Мы придаем большое значение проведению этого форума, так как здесь активно идут дискуссии и обсуждения о развитии этого региона. 2015 год объявлен годом сельского хозяйства в стране. В Исмаилинском районе 80% населения занято в этой сфере. 70% экономических доходов региона приходится именно на долю сельского хозяйства, в частности, аграрного сектора. Экономический форум организован Университетом Кавказ, Минсельхозом Азербайджана и властями Исмаилинского района. Развитие ненефтяного сектора – один из главных приоритетов политики Азербайджана. В этой связи власти республики уделяют большое внимание развитию сельского хозяйства.